Мария. Денег я не собрал, но когда-то это должно было случиться. Да-да, войдите. Здравствуйте, я по поводу оплаты. А, здравствуйте, молодой человек. Что, надоело нам мозги пудрить? Мы из вас все отчеты оттягиваем. Вы принесли деньги? Нет, деньги я не принес. Замечательно. Точнее, печально. Но ничего страшного. Студентам больше, студентам меньше. Ерунда. Так, вот ваши документы. Эй, стоп! Подожди, дядя! В общем, ты пацан нормальный. Ты так-то единственный, кто пытался от нас кого-то защитить. Безрезультатно, конечно. Ну да ладно. С Татьяной Сергеевной мы переговорили. Твою проблему знаем. С кентами по сусекам поскребли. В общем, вот. Держи. Спасибо, ребята, но кто такая Татьяна Сергеевна? Владелица вашего таксопарка, Танька Дагестанька. Стойте! Таня! Стойте! Вы кто? Подождите. Я деньги принесла. Откуда у тебя деньги, Таня? Приор на свете много, Саш. А ты у меня такой один. Спасибо, не надо было, Таня. Надо, и не спорь. Так. Итого вам не хватает 10 тысяч рублей. Это пока не хватает. Вы кто? Мы тут концерт отыграли. Мы решили все деньги тебе отдать. Для хорошего человека не жалко. Спасибо большое, ребят. Так. Итого вам не хватает 5000. Ну что ж, дорогие друзья, вы можете разбирать свои деньги, а вы, молодой человек, отчислены. Нельзя! Нельзя его отчислять! Он такой славный парень! Вы кто? Вот! Посмотрите, что у меня есть! 5 рублей? 5 рублей! Но этого мало! Как? Этого не хватит даже на проезд! Вот черт! Опять я курс валют попутал! Все решено! Нет, подождите! Студенты? Собрали еще денег! Спасибо большое! Так. Итого... О, чудеса! О, какие чудеса! Но, к сожалению, вам не хватает 1327 рублей. О. А знаете, ребята, вы мне мою молодость напомнили. Вы такие интересные, амбициозные ребята. А знаете, я в годы моей молодости можно было за друга и в огонь, и в воду, и в медные трубы. И ведь в молодости я на дискотеках играл, в клубах, ох, на гитаре. А, даже песня еще такая была раньше популярна, вы ее, наверное, не знаете, что «Зеленоглазое такси». Там что-то... Так я ведь знаю эту песню. Да? Давайте мы вам подыграем. Конечно, давайте. Так, а вы, Александр, значит, я посмотрел на вас и ваших друзей, и вы мне напомнили меня же молодого. Давайте я переведу вас на бюджет, назначу именным стипендиатом Ашихмина. Ох, так, надо ее еще учредить, это стипендия Ашихмина. И отправлю вас летом в Крым. Со студгруппой и вашей девушкой. Вы согласны, Александр? Да, спасибо огромное. Ребят, вы готовы? Подождите. Стойте. Вот так и закончилась моя история. Таня рядом со мной.
Я остался на учебе и нашел работу. И знаете, я понял одну очень важную вещь в жизни. Когда ты помогаешь другим, ты сам становишься сильнее и лучше. Так давайте же ценить эту дружбу. И я хочу от лица всей нашей команды сказать огромное спасибо тем, кто помог мне рассказать, и тем, кто выслушал мою историю. И не важно, кто победит в дебюте, Инжеки, Архит или Строин. Важно то, что это наш общий дебют. С дебютом, друзья!